лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Сколько путей до дороженек, только все к одному ведут. Зернышки в сердце положены, да когда-нибудь прорастут. Калеки мы перехожие, ошибаемся и грешим, но дивная Матушка Божия, будь покровом моей души. Кровом моей души. Дивная Матушка Божия, утешение слез моих, и нет ничего невозможного на руках твоих, Бог живых. Он сотворил нас для радости, коли в сердце любовь живет. Хватит для счастья и малости, и сердце в радости запоет. А-а-а, в радости запоет. Золотом зоренька по небу, да с молитвою расцвела. Ай, куда ж ты, деточка, по ветру, со крестом и с умой пошла? Ай, благословився, паломнички, духа мирного постяжать, где ее дивные стопочки, несказанная благодать. Путей до дороженек, только горнему все ведут. Калеки, деточки Божии, как один, все домой придут. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Елена Пирогова, Филипп. Здравствуйте. Здравствуйте. Лена с нами разделит сегодня на этой передаче пасхальную благодать и радость. Я так понял, что, Лена, что у вас вот эта тема не просто возникла в вашем творчестве, что у вас что-то, видимо, связано сейчас с вашей жизнью и с ближайшей жизнью. Да, тему сополомничков, вот по благословению батюшки отца Феофана Михайлова, Господь сподобил написать такую песню, потому что все мы идем, каждый по своему пути, идем к Господу, но самую большую радость я испытала, когда побывала на Святой Земле. Вот там открылась... Душа, наверное, Господу повернулась, и вот милостью Божией появилась на свет такая песня. А формулировка это сополомнички. Сополомнички вместе идем. Когда все вместе. Все да? Вместе идем к Господу, да. Куда идем? Идем домой. Все как один. Придем домой. И что вы там ощутили в Иерусалиме? Я не был никогда. Батюшка. Будет помоги, время Господи. Обязательно. Конечно. Все время нет. То-то все. Ой, вы знаете, вот.
в каком бы храме я сейчас ни находилась, да, в своем или вот даже в Александро-Невской лавре или у Александрушки Свирского, вот Господь сподобил, везде почему-то ощущение вот этой несказанной радости иерусалимской. В глазах стоит гроб Господень и вид этого храма. Ты маленький, маленький, крошечный такой, здесь такое чудо, такая радость. Вот с этим ощущением идем, живем и утешаемся. И что-то, вы говорите, что-то внутри изменилось, да? Что-то открылось. Что, может быть, даже определилось что-то, да? Закрепилось. Ну, дай Бог. Да? Об этом я, наверное, не посмею говорить, потому что Господь дает каждому по... Ну, и на творчество, да, это как-то... Конечно, да. Вот появился новый виток песен. Угу. Ну и больше ответственности, честно скажу. Эта песня недавно, да, написана? Да, совсем недавно, но, конечно... То есть, можно сказать, премьера, можно сказать? Премьера однозначно. Да? Однозначно, да. Поэтому так волновались, да? Волновалась, ей вот месяца нет этой песни. Боялись, что не получится или что-то? Ну, это все получится потихонечку. Это же очень важно, да, передать вот ощущения внутренние. А вот вы знаете, спросили о внутреннем ощущении. Мне кажется, я дерзну это сказать. Я стала чувствовать эту радость и любовь. Потому что по молодости мы чего-то ищем, да, ищем любви. И мы не знаем, какая это божественная любовь на самом деле. И вот когда Господь, слава Богу, нам это открывает, невозможно искать чего-то другого. Вот это отразилось в следующей моей песне, может быть, попозже ее спою. «Романс о любви». У меня есть такая песня «Романс о любви». И вот эта тема сейчас в моей жизни, она основная. То есть любовь Божия. Ну, такое ощущение, что вы живете, как будто другого мира не существует. Как будто нет, существует. Да? Но ведь как же, это же самое большое утешение, это самая большая радость, когда сердце почувствовало, что в душе Господь поселил любовь. Это самая большая радость. Она тихая, она ласковая. Ну как нам летать над миром? Как? Как? Надо же и приземляться. Надо, надо. Как отец Феофан говорит, ты смотри, небожителем не стань, дерну за ногу. Ну, я уже дерну за ногу дополнила сама, но правда, иногда надо дергать, чтобы спуститься с небес на землю. Да у нас дергают уж. Да. Ну, вот у нас, священников, это точно. Ну, конечно, помоги, Господи. Только воспаришь. И враг не дремлет. Да, вот еще тема сополомничков. Угу. Мы же все равно, слава Богу, стараемся путешествовать по святым местам. Угу. И вот сейчас Господь сподобил нас с супругом посетить монастырь, Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского, посетить его мощи, приложиться и, слава Богу, даже послужить там немножко, потрудиться. Угу. Вот, и... Конечно, утешение. Помолиться за деток, за себя грешных, за родителей, за всех, вот, кто рядышком, потому что утешение нужно. Вот утешаемся песнями, утешаемся молитвами, а как иначе? Ну, вот эта тема любви, она так у вас и такой красной нитью по всему творчеству, да? А вот, именно любви возвышенной, а да? А вы знаете, батюшка, вот она только-только нашлась. Да? Это вот совсем живое. После Иерусалима, да? Да, это совсем живое. То есть раньше вы пели, говорили о любви, но не так чувствовали, да? Раньше получается? Я искала, и я шла вот именно в духовном творчестве от покаянных песен. Угу. Ну, слезы проливала. И если бы встреча была Великим постом, то, конечно, песни были бы другого характера. Угу. Ну вот, нащупываю дорожку, будем радоваться. Потихонечку. Ну, да. Пожалуйста, вы хотели спеть песню? О любви, очень хотела спеть песню о любви, романс даже. Потому что начинала я с романсов, но в какой-то момент показалось мне, что там слишком много такой земной страстности, и она не всегда нужна. Чувственности, да, она не всегда нужна. А в данном случае? А в данном случае послушайте, пожалуйста. Да.
Искала я тебя везде, в глазах и сердце у прохожих. Искала то, чего дороже не отыскать нигде, нигде. В неслышном взмахе от ресниц и в нежном звуке, в нежном слове, в полете всех небесных птиц искала капельку любови. Весенней свежести дождя искала всюду я тебя. В благоухании трав и цвета, в разгар и на исходе лета. В благоухании трав и цвета, в разгар и на исходе лета. Теперь я знаю, ты во всем, в улыбке мамы и младенца, и ярким солнечным лучом. Ты согреваешь мое сердце всепобеждающим огнем. Горишь в крови и малой крохи, и в каждой клеточке и вдохе с надеждой теплишься добром. Как мне тебя благодарить, ведь без любви не стоит жить. Она во всем и все вмещает, все покрывает и прощает. Распятый на кресте была, но терпит все, не мыслит зла и притворяться не умеет, а милосердствует и верит, и притворяться не умеет. Сердствует и верит. Спасибо, все, все понятно. А слова ваши? Да? По словам апостола Павла. Я сама не могу такое написать, батюшка. Это откуда-то Господом дается. Сначала появляется музыка, а потом тихонечко слова. Ну, так вот, вот и жизни трудно это мироощущение сохранять. Очень трудно. Как вы говорите, вас как вот по ниточкам растаскивают. Очень трудно, потому что нужно служить, стараться и Господу, детям, мужу обязательно сохранять чистоту элементарную в доме и так далее. И вот минутки, когда все затихает, засыпают, слушаешь эту тишину, и вот тогда потихонечку Господь открывает. Вам же тоже хочется слушать тишину. Да. Слава Богу. Угу. Может, такие минуты выдаются. Ну, и из этой тишины может что-то родиться, да? Я наивная всегда думала, что это нужно для людей писать, там, кому-то помогать, что-то. Но это прежде всего нужно тебе самому. Действительно, как большое-большое утешение. Я замечала, вот тяжело как-то, наваливается все, и думаешь, какой же ты противный, сам себе не рад, не можешь сам себя терпеть. А вот запоешь тихо, радостно так, и потихонечку так отходит, отходит, и появляется та самая тихая радость, которую хочется вот хранить, как в сосуде, да, вот эту капельку добра и любви. И дай Бог, чтобы не только хранить, но и делиться. Но это уж, наверное, великие люди так способны, а мы грешные. Нам бы сохранить в самом себе. Ну, если то, что мы Господом не будем, дано. Не будем зазнаваться, то все возможно. Ну, не будем лукаво мудрствовать, это я про себя, батюшка. Да.
Ну, что у вас там еще интересненько? Что припасли для сегодняшней передачи? Мы с вами давно не виделись. Да. Это сколько, год уже? Да два почти. Два года? Да, вот мы с вами виделись на Пасху 15-го года, сейчас 17-го года. Ничего себе. А что произошло? А вот, вот очень даже хорошо, что мы встречаемся. И, видите, как традиция и как, же. Как значит, отчетный концерт, кстати. Что точно. Мы сделали за отчетный период. Да, да. Ну вот если возвращаться к теме наших паломничеств, угу. к святым местам, то Господь управил так, что я побывала с концертами на... Для меня это Святая Земля Северная, это Великий Устюг. Там такой удивительный народ. Они в основном все голубоглазые, светлые. Ну, вот как в Питере, не скрою, потому что вот с супругом буквально вчера подошли. А как пройти туда-то? Гостиницу искали. А какой вам дом? А что там? А чем помочь могу? Вот честно скажу, в Москве такое редко встретишь. Донести. Да-да, донести. Да-да-да, помочь. Вот, и Великий Устюг. Там... Удивительные храмы. Я же сама по рождению волокжанка, и, конечно, мне северная старина, она вся настолько близка, что это на каком-то духовном уровне. Вот папа всегда говорил, что Москва, Москва, подожди, вот станешь постарше, будешь ценить родину-то. Вот оно и пришло, да. И идешь по реке, будь то Вологде или Великом Устюге, там же храмы, храмы, храмы. Ну, как вот и везде этим... Земля держится. Белокаменные, красивые. И там есть в Великом Устюге удивительный святой. Прокопий Праведный. Ездили туда с детками и заодно с концертом попросить помолиться у мощей преподобного Прокопюшки, чудотворца. Вот. А история его удивительная. Ну, батюшка, не вам рассказывать, но, может быть, зрителям это будет интересно. Он в свое время, много-много веков уже прошло назад, отвел от города страшную тучу метеоритного дождя. То есть Господь послал на землю, так сказать, гром с тучей метеоритного дождя, праведный гнев, дабы образумить нас, грешных. Ну вот... Прокопюшка по молитве его Божьей Матушке туча была отведена от города и выпала в нескольких километрах от города. То есть тем самым город был спасен. Город-то был деревянный, то есть все бы, наверное, погорело, и люди погибли. Mm-hmm. И вот такое удивительное произошло событие. И не один раз отводил Прокопий Праведный беду от города. И вот у меня родилась такая песня, mm-hmm. собственно говоря, «Устюжане». Ее уже очень полюбили, я тоже, она мне дорога, и хотелось бы поделиться. Давайте. Дерзнуть? Конечно. Ну, ладно. Да куда же денешься? Да-да-да. Все уже. Ну, с Богом. Есть в России на севере город один. Для любви он рожден и для счастья. Пусть и край тот суров, только Богом храним от беды и от злого ненастья. Купола, купола над протяжной рекой, стоит птица глушительный крики. Там, где благовест дышит в рассвет золотой, дивный град стоит, Устюг великий. Звон, звон, звон колокольный небо коснется. Свет, свет, свет богомольный льется и льется. Град, град ангельский ликом, как наречешься. Устюг, Устюг великий, ты отзовешься. Купола, купола над протяжной рекой отражают небесные лики. В белокаменной церкви нашел свой покой наш Прокопий, заступник великий. Он от города страшную тучу отвел, заступившись за нас перед Богом. И венец Божьей славы в юродстве обрел, помогая нам грешным во многом.
звон, звон колокольный небо коснется. Свет, свет, свет богомольный льется и льется. Град, град, ангельский ликом, как наречешься. Устюг, Устюг великий, ты отзовешься. Мне не надо для счастья иной стороны, и чужого добра мне не надо. А тебе, славный Устюг, хочу видеть сны земляков, светлоокие взгляды. И когда мое сердце сжимает тоской или просто в тиши замирает, я спешу к белой церковке, что над рекой. Там Дух Божий над всеми витает. Звон, звон, звон колокольный небо коснется. Свет, свет, свет богомольный льется и льется. Град, град, ангельский ликом, как наречешься. Устюг, Устюг великий, ты отзовешься. И Господи. Ой, спаси Господи. Я вот знаете, что думаю? Ну, все в жизни, оно изменчиво, меняется, заканчивается, начинается. И вот нам может наступить такое время, когда вот передачи уже не будет такой, лаврской встречи. Немного мне так грустно как-то стало. Я подумал, Господи, помилуй, что я буду делать? Ну, раньше и не было, я уже жил как-то. Я, наверное, думал, что я буду просто ходить искать таланты на Руси. Это же независимо, есть передача или нет. Просто на передаче это можно показать, ну, чтобы люди посмотрели, что у нас существует и культура, и христианская культура. Будет, да. Передача обязательно. Будет. Передадите молодым свою ниточку. Я буду дедушкой. Сидеть на берегу озера. Будьте духовником. Нет, будет передача с берега озера. Да. Вот о том, какая погода, рыба какая клевала сегодня. Вот, комары какие-то там. Оп, оп. Да, такой, с утра какой молебен послужили. Да, слава Богу. Урожай какой, картошку посадили, выкопали. Ну, я очень рад, ну, что мы встретились. Рад этому настроению пасхальному. Слава Богу. Это, за ждем все. Пасхи, каждый раз себя проверяем по этому празднику, свое духовное состояние. И грустно, с одной стороны, что мало мы меняемся. Хотелось бы, чтобы больше было духовного у нас. С другой стороны, и еще то, что Господь милостив и терпит нас, сокрушаемся об этом, то, что плохо меняемся. Но, с другой стороны, радуемся, что есть такая возможность. Раньше я жил, я не знал, что человек вечен там и что-то. Ну, когда не было у меня христианского мировоззрения. Как люди живут без Бога? Ведь и смерти боятся, и в страхах живут. И это такое терзание для души. Я выглядываю из алтаря, значит, а там лыжник. Идет литургия, а он идет на лыжах кататься такой, беспортивный. У него написано, поджары, да, с бицепсами. Поджары, такой в шапочке, краснощеки. Да, да. А мы, значит, стоят люди, бабушки, они молятся там. Вот. И он считает, что мы грустные, надутые, насупившиеся, безрадостные. Что у нас фанатизм какой-то. Да-да-да. А у нас благодать. У нас одна бабушка, Мария Ивановна, у нее было 88 лет. Вот было. Я поставил ее, значит, на амвон. И, значит, мы пели ей много лета. И она такая счастливая, она такая счастливая. Там не было храма. Чудесно. А теперь у нее храм. Она всю жизнь преподавала. И она такую пламенную речь сказала. Такой поклон прям низкий у нее был до земли. И видно, что она живет только Богом. Вот. И приходит в храм только молиться.
И это вот это счастье. Батюшка, ведь правда есть такие минуты в жизни, ради которых стоит жить, правда? Вот есть такие минуты, ради которых ты готов отдать все, что у тебя есть, даже самое дорогое, то есть свою жизнь. Ну, до этого надо доползти до таких минут и ощущений. Сколько нужно всего пережить, перечувствовать. Да, пережить. Сколько скорбей. Без скорбей же невозможно, правильно? Ну, а как нас еще дернуть-то ну, вот, за ногу? Смотришь на Елену Пирогову Филиппову и думаешь, что она, ну, по-моему, она живет без скорбей. Так хорошо, да? Как птичка порхает, песни сочиняет. А за дверь выйдет и заплачет, скажет, что я натворила, да? Опять поперек батюшки в пекло. Да ну, что я? Я радуюсь, вот, сижу и радуюсь. Отец Анатолий, а вы поделитесь своей радостью? Или да? У нас... А, я спою песню. Да. Христос воскрес, любовь все победила, не смерть, а жизнь и радость до небес. Христос воскрес, живительная сила вольется в нас, во тьме несущих крест. Христос воскрес. И если ты не встал на путь спасения, и плоть твоя работница греха, приди и ешь Христово воскресенье, вино налей, ты в новые меха пройдут века, и дни твои, как тени, но должен ты, мой брат, сейчас и здесь дышать и жить Христовым воскресеньем, весь мир обнять, услышав эту весть, Христос воскрес. Христос воскрес, любовь все победила, не смерть, а жизнь и радость до небес. Христос воскрес, вольется в нас, во тьме несущих крест. Христос воскрес! Воистину воскрес! Замечательно! Замечательно! Вот я ее пою на Пасху все время. Эту песню, даже не знаю, как она появилась. Ну, какое-то было движение души. Господь дал. Спасибо, Господи. Ну, я думаю, что мы, наверное, в следующей передаче там продолжим. Тему любви, да, и тему радости. Тему любви, паломничества. Про ваши концерты поговорим. Попробуем. Про творческую жизнь. Хорошо. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Пиршин. У нас в гостях была Елена Пирогова-Филиппова. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. До встречи.